Недавно мы с вами ходили в центр Жоржа Помпиду смотреть Эйфелеву башню Робера Делоне. Делоне писал башню множество раз, а иногда использовал ее фоном, как, например, здесь, в портрете французского поэта-сюрреалиста Филиппа Суппо. Да-да, Филипп Суппо вместе с Луи Рагоном и Андре Бретоном подарил миру сюрреализм в начале 20 века. Жизнь его оказалась длинной, он прожил 93 года, объехал полмира, пережил две войны, сидел в лагере и умер только в 1990 году. Поэтому не верьте его поэтической автобиографии. Филипп Суппо недолго томился. В понедельник родился, во вторник крестился, в среду женился, в четверг простудился, в пятницу причастился, в субботу угомонился. В воскресенье зарыли этого типа. Такова жизнь Суппо Филиппа.